За атакой на бомбардировщик Су-24 может скрываться попытка сорвать политическое урегулирование сирийского конфликта, запущенное в Вене. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров, находящийся с визитом на Кипре. По его словам, складывается впечатление, что кому-то хотелось помочь исламистам воцариться и в Сирийской республике, и в регионе в целом. Москва рассматривает случившееся как враждебный, ничем не спровоцированный акт, противоречащий задачам борьбы с терроризмом. Понятно, что отношения между Россией и Турцией в этой ситуации не могут развиваться по принципу business as usual, и понятно, что мы рассматриваем эту акцию Турции как противоречащую задачам борьбы с терроризмом. Сейчас турецкая сторона настоятельно просит организовать очную встречу с министром иностранных дел Турции на полях Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Белграде. Мы не будем уклоняться от этого контакта, послушаем, что нам скажет господин Чавушоглу. Наша главная озабоченность заключается в том, чтобы не допустить перелива террористических угроз, которые расцветают на территории Турции, на территорию Российской Федерации. Прокомментировал Сергей Лавров и сегодняшнее предложение Североатлантического альянса возобновить работу Совета Россия-НАТО. С такой инициативой выступил генсек организации Йенс Столтенберг. Глава российского МИДа отметил, что Москва сама никогда не отказывалась от такого формата и готова к диалогу, тем более, что к НАТО накопилось очень много вопросов, в том числе в связи с нарушением прежних договоренностей. О необходимости провести заседание Совета Россия-НАТО чуть ранее заявил и глава немецкого внешнеполитического ведомства Франк-Вальтер Штайнмайер.